тут, например, претензий. Там я еще не застегнула. Такая кофточка, в общем, нормально, подходит мне нормально. Угу. Желтенькая такая, веселая. И второй вот отношение тоже такая, только не поняла. Тоже прям нормально на меня. Угу. Чуть-чуть там доделать надо будет, и все. Угу. Хорошая компания. На улицу и дома. Мягкая очень. Вот это я взяла, чтобы дома носить, угу. Если что. Ну, такая она простая какая-то. А можно и на улице тоже. Да, нормально гулять выйти. Угу. Все, получается. Непривычно. Такой воздух. Было жарко. Ну, да, жарко было. И завтра вообще будет жарче. Это 80 с чем-то. А завтра 90-30. Вот два дня будет 90, потом пониже. И сейчас такая прохлада и вкусный запах. Но уже жара будет, уже, наверное, не так будет. Когда вот типа весна, тогда такой вкусный запах. Но вечером все равно хорошо. Ты за оладьи не забудешь? Нет. Угу. Тепло-тепло, я в топике вообще. Узкие улицы, но это чисто в наших апартаментах они есть разные. Ну и цена разная тоже. У нас соседи новые здесь переехали. Вот. Ну, в доме, так сказать, холоднее. Иногда кофточку хочется одеть.
Привет. Как ты? Нормально. Всем привет. Мы купили в русском магазине сырники, да? Это сырники? Да. Вот, это сырники с начинкой какой-то, с вареньем. Наверное, варенье какое-то. Вишни, то ли клубник, не знаю. Вот, они еще не поджарились, потом будем пробовать и засниму, конечно. Вот, а тут мама посуду закладывает в эту. Посудомойка, короче. У нас вот такая, это... Терка у нас. Такая терка с поддоном. А где поддон? Не вижу. Вон стоит сыр. О, вот. И мам, мы купили чеддер. Угу. И это мы где купили? В Уолмарте. Это не Костко, да. Вот. И такой поддон удобно. Но мне что-то показалось неудобное сооружение. Что-то удобно. Как-то неудобно держать. Куда-то. Ну, да, вот, а, сок. Вот этот сок, мне кажется, неудобно стекает. В общем, надо, чтобы тут не сгорит у тебя. Нет, нет, нет. Как-то мне показалось, короче, неудобно, объяснять не можно, то буду. Ну, долго. Наоборот, я выбирала, чтобы удобно было. Видишь, оно собрано, все. Никакой посуды другой не надо. Для того, вот. Чтобы ну, да. Потереть. И вот такая емкость. И чеддер. Попробовали мы, ну, мы уже попробовали. Он, короче, с кислинкой, будто бы кушаешь, как будто ощущение со сметаной, что-то кушаешь. Но чеддер с чеддером, ну, во-первых, плавится, а во-вторых, мне очень понравился пикантно с яичницей. Если он поджарится, объедение просто. И, ну, в общем, понравился мне. Вот. И сейчас, я портрет покажу свой. И этот. Попробуем. И мы перевесили год целый, висели на той стороне, кто помнит. Над диваном. Ну, в общем, это неудобно, он не до конца стены. Вот эти мигалки, фонарики. Да. Там у меня манера. Мам, сгорит сейчас точно, или нет? Нет, она только разогрелась. Вот, и мы перевесили сюда. Наверное, год целый висел. Ну, сразу мы не стали, потому что, знаете, как бы лазить, прыгать, как обезьяна по деревьям, тоже не хочется. Что-то вот. Вот, да? Правильно я говорю? Да. И вот сюда мы уже светильник поставили. Потому что мы там переместили, поменяли светильники. Ну, этот был там на столе. А мы красивый туда поставили. Ой, мам, он коричневый уже. Да. Давай, сейчас увидим. Они такие мягкие были, я не знаю. Не знаю, я не... Переворачивать. Как сказать, надежды у меня нету, что я это супер объединение. Потому что надо поджаривать еще. У нас крем заварной еще. Вот. Мой портрет неудавшийся, я так особо не буду показывать, вот. Может быть, он и нормально нарисован, но там, короче, есть косяки. Говорить не буду, где. Вот. Вот наш новый диван, пока в темноте покажу, как есть. И ножка. Надо убрать. И вот, переместили, перевесили мы мигалки. Короче, их надо было давно перевесить. Ну, перевесили сейчас. И это у нас этот базилик и натуральная мята в горшочке прям. Сейчас. Такая у нас лампа красивая. Тут фото смотрю. Вот. И вот такая лампа красивая. Сейчас. Вот. Натуральная. Это как же называется эта трава? Ну, короче, вы поняли, такие все время этот шеф-повара вот эту показывают, ну, применяют эту траву, вот эту вот елочку так на мясо ложат, так и жарят. Вот это я хотела попробовать. И оказалось, в Уолмарте свободно есть. Честно говоря, думала, нету ее там. Ну, типа, знаешь, типа редкость, ну, или не всегда есть. Не знаю, посмотрим, как она часто. Это тоже одна из мяты, одна из вот этих приправ. Название не знаю, честно слово. И мята, и она в земле. Вот. Так, мой портрет. Вот. Ну, это в Инстаграме уже укладывала. Косяки есть, но это нормально, как бы. Мы повесим и вполне нормальные. Там просто есть некоторые недостачки, как бы. Вот. И, в общем, у нас уже жара. Очень тепло, и сейчас такая свежая и прохладная, так. На улице вкусный запах, так сказать. Вот.
Так, налаживаем сырники. Так, вот сырники, вот она начинка. Я беру один. Не знаю, какой он, без понятия. Вроде, говорит, мама, пропеклись. Так. Пробую. Горячий только сейчас будет. Мы уже покушали. Сейчас вечер. Ела гречку. И... Ой, гречка, что я несу? Это... Печень мама делала подливку. И с рисом такой, ну, жидкая подливочка. Мясо вкусно было. Яичницу поджарила. И манго... Ой, тьфу, даже авокадо. Вот с огурчиком. Сейчас пробую так. Липковатый. Клейкая немножко. Она говорит, не пропеклись, да. Такие пропеклись. Они готовые, но липкие прям. Может быть, из-за муки или жидкие. Скушать можно? Это вроде вишня. Там, как бы, знаете, вареники такие домашние, что-то похоже. Сейчас с молоком. Вот. Значит так, на четверочку, не знаю, может быть, как говорится, на 30, на троечку, да, так, средняя цифра, на 3 с плюсом. Ну, приближенные к домашним, не, они нормальные. Горечи никакой нету, кстати говоря, противного ощущения нету. Просто, ну, как бы она вот мягко, мокровато так, мягко сильно. Вот, мы купили в Омарте вишня такая, варенье. Разводить, пить можно, вот полить что-то. Как домашнее.